не силой, а умом. Пошел человек в лес рубить дрова. Нарубил дров, сел на пень отдохнуть. Приходит медведь. «Эй, человече, давай поборемся!» Глянул человек на медведя. «Этакая махина, куда с ним тягаться?» Сожмет лапами и дух вон. «Говорит человек, что мне с тобой бороться? Давай сначала посмотрим, есть ли в тебе сила». «А как будем смотреть?» – спрашивает медведь. Взял человек топор, расколол пень сверху, вогнал в расщелину клин и говорит: «Раздерешь этот пень лапой, значит, есть сила, тогда мы с тобой поборемся». Но медведь, недолго думая, тык лапу в расщелину, а человек тем временем бац обухом по клину, тот и выскочил. Тут пень истиснул медвежью лапу, словно клещами. Ревет медведь, пляшет на трех лапах, а расщепить пень и вырваться не может. «Ну что, — говорит человек, — будешь со мной бороться?» «Нет, — воет медведь, — не буду». «То-то же, — сказал человек, — не только силой можно бороться, а и умом». Загнал он опять клин в расщелину, вытащил медведь лапу и наутек в лес без оглядки. С той поры и боится он с человеком встречаться.